Мне кажется, что животные хотят, чтобы мы смотрели на их задницы. Простите, но я скажу это как есть. Groovy. Всем хай! С вами Юджин, и мы продолжаем с вами играть, друзья, в Resident Evil 3. Эпизод. Это 7-й уже эпизод у нас с вами. Короче, 3-й резик. Давайте посмотрим, что у нас там за барахлишко хранится. Вот это мы вообще слили, к сожалению. Я думаю, мы пока ничего менять не будем. Вот это все оставим как есть. Порох, взрывчатка, да. А, единственное, что лечебный спрей я бы достал. Все остальное в целом не нужно сейчас. Окей. Окей. Значит, наша цель — покинуть палату. Погодите, пистолет, патроны. Да, это все то же самое. Теперь пистолет автоматический. Говорит, отстой. У нас вообще места нету. И он использует те же самые патроны, я так понимаю. Калибр 9 миллиметров, да. Хорошо, этот вот такой вот с прикольным увеличительным стеклом. А вот этот тогда. Так, быстрый доступ. Даже не знаю, даже не знаю. Мы можем что-то сделать с этой штукой? Объединить? Нет. Ну ладно, давайте вот этот пока сложим. Хранить. На этом мы порешили. Пойдемте. Доброе утро, солнышко. Ты спас мне жизнь. Ни черта подобного, это все Карлос. Этот долбанутый псих принес тебя сюда, и я все время ухаживал. Где он? Под землю отправился. Барретт запасал там вакцину. Ее там достаточно, чтобы обезвредить... Окей. Думает, что там сам справится. Я пойду за ним. Стой, ты не слышала? Город скоро взлетит на воздух. Я пытаюсь достучаться до кого-нибудь, у кого есть полномочия это остановить. Пусть бардак разгребает он. Он профессионал. Я тоже. Хорошо, видимо, отговорить тебе не получится. Хранилище под землей, под больницей. Связь с Карлосом прервалась, так что ожидай неприятностей. Опа, опа, это ты? Это ты ящичек, да, мне собрал? И обмотал подарочной лентой, спасибо. Порох? Если это порох, то я могу его соединить с другим порохом. Вот с этим. Так. Вот так. И в целом... Да, у нас даже... А теперь есть одно местечко лишнее. Сейвимся. Ух. Окей. Доберитесь до подземного комплекса. Проще простого, друзья. Теперь нам нужно пройтись по всей больнице. Да что ж такое повсюду? Повсюду здесь сюрпризы. Давайте-ка вспомним, где у нас здесь были. Сюда нельзя, да, ведь? Сюда можно. Использовать. Так. Информация о Спенсер Мемориал. Добро пожаловать в больницу Спенсер Мемориал, Центр здравоохранения Ракун-Сити, передовая научных исследований. Подробный план больницы Спенсер Мемориал был составлен фондом Спенсера. Она должна была стать важнейшим центром здравоохранения в этом районе. Наше амбулаторное отделение и просторный стационар – настоящее произведение искусства. Кроме того, у нас расположен один из крупнейших исследовательских центров страны, где мы проводим клинические исследования новых лекарств, которые однажды изменят облик медицины в США и во всем мире. Туда не пойдем пока. Так, дыхлячки валяются повсюду. Мы ведь не столкнемся с уродством. Вот этим вот огромным бегающим, ползучим. Надеюсь, нет. А вот и чемоданчик. Мне кажется, сейчас мы все их оббежим. И тогда уже можно будет отмычку выкинуть. Что это? Патроны для револьвера? Да, обидно. Вот еще можно вот сюда пройти.
через приемную. Сейчас, друзья, быстренько, быстренько прошарим. Вон там чемодан. Не знаю, как туда попасть. Честно. Надеюсь, тут без зомбарей будет, честно. Не хочется мне что-то с ними тусить. Боже ж мой! Боже ж мой, Джилл! Забудь про револьвер, забудь про все! А здесь есть что интересное? По-моему, здесь ничего не было. Мне нечем с ними сражаться. Я не хочу мины. Ладно, знаете что? Я сыкло. Нет! Я не сыкло. Я буду сражаться с ними. А ну сюда! Да стреляй! Стреляй! Мразь! Мразь! Да что ж тебя! Давайте, лечилку, лечилку, лечилку. Использовать. Сдохла, тварь? Хорошо. Где мы? Нам надо развернуться. Он здесь. Воу! Да боже ж мой! Да я не понимаю, но почему? Почему я должен сжать на эту сраную... Там человек из-за двери торчит. Почему я должен сжать на эту сраную кнопочку, если она все равно не работает? Опа, ящичек. А если все равно меня едят? Может быть, если я не нажму, то будет еще хуже? Далее. Далее, далее, далее. Второй этаж. Второй этаж я жму. В прачечной есть. И в комнате персонала. Пройдемся повсюду, ребята. Прачечная и комната персонала. Прачечная и комната... Правильно бегу? Неправильно. Опять неправильно. Вот сюда. А, хорошо. Погодите, а вот если сюда пройти? Не, мы здесь никуда не придем, к сожалению. Угу. Немножко. Чуть-чуть совсем пройти осталось. Надеюсь, что-нибудь стоящее будет. Наверняка дадут револьвер, по-любому. О, комната записи, надо будет сейвнуться там. Сейв. Давайте сначала сделаем менеджмент. Погодите, я сказал менеджмент. Моя любимая. Вот, прекрасно. Значит, это хранить, а вот это смешать. Смешать в полезную специю. Артиллерийские мины. Нет, пока не будем. Нам нужно место. Окей, окей. Итак, мы сейчас выходим. И сразу налево. Она одна здесь? Пожалуйста, скажите, что ты одна здесь. Свет. Опа. Вот оно как, значит, да? Давайте-ка, давайте, мы быстренько не будем тратить на них патроны, силы, не хочу. Какие-то патроны. Вау. Какие-то патроны. Их трое. Окей. И теперь... О, какой большой путь до прачечной. Ладно. Сюда, по коридору, прямо в пост медсестры. Не понял, как это. Ага, ну так.
Смотрите, труп остался, забавно. Это оно. Пост медсестры, потом здесь должны пройти. Все чисто, твари нету. Единственное, что вот здесь могут быть сейчас зомбари, ненавижу вас всех. Нет, они здесь все дохлые. Тут. Погодите, где-то вот здесь это, да? Где-то здесь было. Вот она. Ну, по идее, теперь мы уже не сможем использовать эту штуку. Патроны для револьвера. Да, все, можно ее выбросить. Ну что ж, мы, правда, не сыкло. Мы с вами вообще не сыкло. Мы сделали это. Теперь надо свалить. А куда свалить? Спрыгнуть в сад и оттуда, да. Ага. Не помню, я вот сюда заходил когда-нибудь? Неважно. Где-то здесь был спуск. Вот он. О, Джилл тоже могёт. Молодец. Смотрите. Нет, это не розовый фикус. Как-то вот сюда надо попасть. А как? Я что-то не понимаю. Откуда можно спрыгнуть здесь? Может быть, отсюда? Да, наверное. Нам надо подняться снова по лестнице. Я думаю, уже здесь тварей больше не будет. Можно спокойно бегать. Мы всех убили, абсолютно причем. Ага. Вот. Нет? Вон. Вот сюда. Как нам сюда попасть? Погодите. Ну, никак. Я думаю, я смогу протиснуться. Евгений все секреты открыл. Потому что Евгений про, он знает, как секреты добывать. Особенно, если он уперся, он это сделает. Оу, какая отвратительная игрушка. Ну что, пойдемте добывать себе револьвер. Где он? Какой-то чел. Кормовой ястреб. Это не револьвер. Головная боль гарантирована. И еще вот здесь было что-то. А-а-а, все понятненько. Ну, окей, давайте назначим его на четверочку. Попробуем им пострелять. Собственно, теперь у нас здесь вот тут вот есть патрончики, которые... Как? Как их достать? Не понимаю, а как я к ним приходил? Приемная, все верно. Неужели мне надо вот такой? Да, походу такой надо сделать путь. Дерьмово, что я могу сказать. В операционной вряд ли что-то есть. Давайте обогнуть. Мы сейчас все подчистую заберем из этой больницы. Сейчас, по идее, нам нужно просто направо, да, и там будут как раз таки эти патрончики. Правда, только я не знаю, как я только сейчас подумал. Опа, я их взял. А, ну у меня же они уже были, да. Я, походу, эта штука именно и использую, да, патроны для револьвера. Как можно понять? Револьвер... А, это восьмизарядный револьвер. Это и есть револьвер. Нифига себе, я не шарю в оружиях.
Что ж, в таком случае нам вот как много нужно места обойти. Где? О май гад! О май гад! О май гад! О май гад! Стоп! 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 Лови! Побежали! Побежали! Он ведь за мной? Что это за звук? Не знаю. Так, давайте-ка будем в руках держать гранатомет. Нет, сначала вот это. Все, мы где-то на неизведанной территории. Как мне его взять? А, я его взял? Это боль, ребят, знакома? Знакомо ли вам это чувство боли, когда вы не можете взять предмет? Вы так хотите. И даже несмотря на то, что вы не можете сейчас его ни с чем совместить, но так хочется его взять. А вдруг потом совмещу? Ладно, идем. Джилл и так достаточно крута. Ей не нужен розовый кустик, понятно? Это должно быть путь под землю. Да, это оно. Что-то здесь есть? Что-то же здесь должно быть. Бонус какой-нибудь. А, это боль. Это боль здесь в груди. Не могу взять. Ну ладно. О, нормальная скорость. Блин, она страдает. Смотрите, боль в душе и в глазах. Благо у нас есть хпшница. Все, мы здесь. Я думал, подземное... подземелье будет более подземным. Как же никто в больнице ничего не заметил? Ну, реалы какие-то грузовики. Ой! Вот оно! А я не могу ни с чем совместить. Спасибо, блин. Обида, блин. Гребаная. Сейчас, может, что-нибудь еще здесь есть? А как Карлос туда попал? Непонятно. Ведь у него не было отмычки. Он каким-то другим способом, видимо, пошел. Сейф. Набедренная. Как вовремя. Документ. Уведомление о лифте. В лифте. Всем работникам. Мы выявили проблему с электрощитом, связанную с тем, что одновременное использование тяжелого машинного оборудования перегружает его и приводит к перегоранию предохранителей. Если вы столкнулись с подобной проблемой и не можете запустить лифт, сохраняйте спокойствие. Соберите предохранители со вспомогательных генераторов, расположенных вокруг склада, и используйте их для запуска основного генератора как можно быстрее. Окей, спасибо. Давайте-ка мы с вами что-нибудь... Короче, надо менеджерить. А нечего. Надо сходить забрать наш фикус. Может, еще и туда подняться? Затем розовеньким. Как раз у меня два слота есть. Нет. Не, не пойдем. Пойдем. Конечно же, пойдем. Чтобы я за фикусом не сходил. Да, мы можем пойти. Я думал, нам не разрешат. Круто. Знаете, это прикольно. Вообще, интересно было бы всегда, знаете, чтобы сделали такую игру, в которой ты можешь в самое начало прийти. Пока я только одну такую знаю, это Undertale. У кого-нибудь из вас сейчас ёркнуло в душе, когда я сказал Undertale? Я не буду проходить на геноцид, друзья. Не буду. Хотя, кто знает.
Сволочь последняя. Всегда даю надежду ложную. А может быть и не ложную. А может быть и ложную. Я не знаю, друзья. Посмотрим. Я просто, скорее всего, никто смотреть особо не будет. Один, может быть, я сам для себя пройду, а вот так, чтобы... Не знаю. Не знаю. Хотя, если вы пообещаете, что вы будете смотреть, я рассмотрю. Я рассмотрю ваши предложения. Но не обещаю. Почему я никогда не обещаю ничего? Потому что я человек настроения. И несмотря на то, что я профессиональный ютубер, как бы это мерзко и тупо не звучало, я все-таки человек настроения. И я хочу, чтобы то, что я делаю, было максимально искренне для меня. Насколько это возможно. Несмотря на то, что не буду лукавить, иногда бывает, иногда я делаю видос через силу, когда у меня, допустим, плохое самочувствие, настроение нет и так далее. Но я понимаю, что надо выпускать видос какой-то, я делаю. Поэтому бывают иногда моменты, когда я немножко подбешиваюсь, записывая. Но в целом я стараюсь всегда, чтобы видео мне доставляли удовольствие. Особенно если это речь идет о видео... грандиозных видео, которые у меня, которые вы все ждете. Такие вещи, такие видео, они требуют максимального, знаете, максимальной энергии жизненной из меня достать. И ее трудно восполнять. Поэтому я стараюсь не уничтожать себя морально. Это все-таки тяжело. Бедный я, как мне плохо. Вы бы знали. Нам надо бежать, надо сражаться со злом. Кто, если не мы? Погодите, по-моему, это дверь была. Закрыта. Ш надо? Это ж надо. Карлос! 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 Зачем ты спрыгнула? Николай? Ну, я же просто тебя убью сейчас. А ты предусмотрел все, да, Николай? Ну как Джимен стоит прям. Наш ответ Джимену. Опа. Она... Зачем? Зачем ты спрыгнула? Я не просил. Не хотел. Вернись. Николай смотрит на все это. Неловко. Как неловко. Что же делать? Николай, подскажи. Прикиньте, все на это смотрит. Рычаг не работает, Николай, что делать? Ты его сломал, да? Ну ты злодей. Ты зловредный злодей. Это зомби-ученые. Сейчас я поднимусь. Оу. Оу, нет. Должен признать, ваше упорство вызывает уважение. Но боюсь, нашим играм пришел конец. Думаете, все кончено? Погодите, что вы планируете делать? О, ноу. О, ноу. Это та самая записка с предохранителями, да? Нам нужно их будет собрать. Но здесь я не могу пройти. Что же делать? Да куда ты? Тварь! Откуда? Давайте попробуем вот эти вот. Какая-то страшная хрень. Это неудачный эксперимент, судя по всему, да? Смотрите, с первого выстрела. Круто, надо для особых случаев оставить. Я иду, Николай. I'm coming to Николай, to you. Be prepared. I'm gonna kill. I'm murder. Murder, Николай. Brutally. Oh, so brutally. He will regret. He will regret. My mortal... Revenge. To his ass. Yes, that's right, Николай. Are you there? Yes, you are. Stay there, please.
It's gonna take me a while before I come to you. Oh my goodness, Nikolai, is that you? You did this! Wow! No, 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 no! Доги, доги, посраки! Убил. Смертельное ранение. Слабое место у собак. А, ну да, там же дырочка у них галеная у всех животных. Как непредусмотрительно природа, как непредусмотрительно. Всегда мне... Я, по-моему, уже поднимал, мне кажется, эту тему разок, но мне кажется, что животные хотят, чтобы мы смотрели на их задницы. Простите, но я скажу это как есть. Животные хотят. Иначе бы эволюция не стала бы делать... Их кругляшочки такие, знаете, бесшерстки. И хвост всегда поднят вверх, чтобы мы смотрели. А еще же, знаете, как глаз устроен человеческий? Вы не поверите, но глаз человеческий устроен так, что если вы будете смотреть на белую стенку, и на ней будет одна точка, то ваш глаз автоматически сфокусируется, и вы не сможете ничего сделать. И на шерстке собак и кошек есть вот эта точка, которая под хвостом, на которую они хотят, чтобы вы смотрели. Собаки и кошки. Боже мой! Собаки и кошки просто спятили. Они сумасшедшие люди. Не стесняйся, ой. Ты чё? Ты что, ускоряешься? Да! Вот это, конечно, я понимаю, как вы сейчас взбесились, наверное, друзья мои, но мне как-то пофигу. Я старался, я хотел аккуратно, но не... А-а-а! Слушай! Еще и убьет меня! Нет! Я должен был что-то сделать, я не понимаю. Они меня тизили. Это был тизинг такой. Я сдох так тупо. Так тупо. Зато я рассказывал очень забавные, занимательные вещи. Научные факты. Понимаете, научные. Кто, если не я, будет заниматься образованием молодежи в стране? Что ж, приспешник Николая, иди сюда. В этот раз я не позволю тебе себя убить. Нет, не позволю. Вот. Это был последний твой шанс. Но ты его просрал. Тупик? Нет, стоп. Она же может протиснуться. Твою же налево, нет? А-а-а. Вообще, можно и тут пройти. Вот если что. Опять розовый фикус, а я не могу его взять. Еще собаки будут? Нет, я могу его взять. Пока не буду. Что это? Как хорошо. Секретики. Ну-ка. А тут-то что-то. Что у нас тут интересного? У-у, боже ж мой. Сразу трое, да? Падай. Падай. Черт! Я хотел убить. Уйти! 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 Быстро! Быстро! Что это? Что это? Записка. Опа, стоп. Важно. Работника. 12 сентября. Принято в Н2. 45 мужчин, 32 женщины. Ликвидировано 60 мужчин, 89 женщин. 15 сентября. Принято 19 мужчин, 51 женщина. Ликвидировано 76 женщин. А мужчин нет. Что за дискриминация? Возвращено, 8 женщин не заражены. 22 сентября принято 15 мужчин, ликвидировано 6 мужских особей, 9 женских особей. Каждый день количество ликвидируемых растет. В качестве предосторожности избавляться от всех особей старше 30 лет. 24 сентября. Ночная транспортировка замечена медсестрой. Доступ в подземный комплекс приостановлен. Что это? Блин. Просто давайте убьем их, давайте убьем. Просто давайте убьем. Все, спасибо. Фу.
Да, сейвка. А у нас же и нету, да, никакого дополнительного фикуса. No, нету. Ладненько. В целом, смесь из трав нужна. А чё толку? Вот мы прошли здесь. Может быть, мы можем отсюда достать? Ой. Вот точнее, отсюда. Достать какой-нибудь предохранитель, нет? Нет, здесь их нигде не было, насколько я помню. Значит, нам надо в другую сторону. Вот еще дверь. Взрывчатка А, взрывчатка Б. Пойдемте совместим. А, нет, стоп. Это та самая дверь, в которую мы и вошли, правильно? Нет. Мы можем из нее... интересно. Как я не заметил это. Достать и объединить. Да. Пусть хранится. Конечно же, сейф. Нет. Смотрите, нам нужно сейчас будет еще раз идти вот сюда. Я надеюсь, они до конца сдохли. Они до конца сдохли. Вот она, дверь, которую я не заметил с перепуга. Что это? Порох. Почему нельзя просто патроны оставить? У меня нету времени этим заниматься. Так. А! Ну, стреляй уже! Есть. Ура, наконец-то вторая. Да, кладись. И нужно еще одну найти. Где? Давайте порох возьмем. Ибо нам все равно возвращаться надо, да? Да. Фу. Этот внезапный выход меня так сильно довольно-таки в нервы кинул. Пожалуйста, не хочу. А тут, кстати, тут не было никаких предохранителей. Нет, не было. Стоп, не то. Пороха нету. Хранить. Нет, надо сейвку сделать. Знаете что, друзья, я думаю, здесь стоит сделать паузу. Забавный выпуск получился. И много нелепой фигни, и много бродили. Но... ничего страшного. Николай, я до тебя доберусь завтра или послезавтра. Короче, когда видос выйдет. Не пропустите... Чтобы не пропустить этот видос, вам нужно подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы не пропускать уведомления. А также лайков накидать мне и подписаться на мой ВК. Это все будет внизу. А также мой Инстаграм тоже будет внизу. С вами... что ж такое? Ну а мы прощаемся с вами. Спасибо всем большое, что смотрели. С вами был Юджин. Люблю вас всех. Ма. И всем 5.